Мы хотим рассказать об одной молодой семье Сафроновых. Поженились они недавно. Понятно, вначале трудности с жильем. Живут пока у бабушки в старом доме. Глава семьи Вячеслав Алексеевич. После армии пришел на Чебоксарский завод промышленных тракторов, оператором станков с числовым программным управлением. Дело это непростое, требует знаний, порою больших, чем дает технику. Потому, видно, и поступил Слава на заочное отделение механического факультета Чувашского государственного университета. Его старший брат Валерий Алексеевич, начальник технологического бюро соседнего цеха, прошел тот же путь. Так что Славе есть у кого поучиться жизнь. Если муж – голова, то душой семьи по праву считается жена. Светлана Викторовна Михайлова, простите, теперь Сафронова, мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка Чувашии по спортивной гимнастике. Полученная 3 года назад тяжелая травма колена заставила Светлану отказаться от выступлений. От выступлений, но не от спорта. Быть может, в какой-то из этих хрупких девчушек, воспитанниц Чебоксарской спортивной школы №1, сумеет она воплотить свои мечты. Права молодых людей на труд, образование, заботы государства об укреплении советской семьи проявляются в фактах нашей каждодневной жизни.